Две минуты больше, 5 на 3 еще. Бросок, добивание! И Беляев, что ли, выручил? Если это еще Беляев тащит. Ну, забор. Если бы он сейчас не вытащил, было бы вообще 3-0. Ну, ребятки, может, третью забросим все равно, но... Расслабленно не стоит играть, надо все равно забрасывать. Но. Ну, шайба не хочет в ворота лететь. А шанс был реализовать еще больше. Все, мы идем дальше. Оле, 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 оле. Авангард. Вперед. Все, мы идем. О, блядь, травму не надо только наносить. Жаль, сейчас третью не забросили мне. Ой, пусть его вот там Беляев или что там он мил. Концовка матча, все. Все бывает, ага. Давай третью, может, еще заносить. Все, победа, оле, 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 оле. Авангард, чемпион. Идем дальше, блядь, все-таки выиграли серию 4-2. Забрали все-таки, блядь, и победа, отлично. Идем дальше, Акбарс, вам неудача, камбэк вы вам не смогли бы сделать, да? Акбарс, до свидания, блядь. Мы идем, мы попадаем на металлолох, будем играть плей-офф. Дальше. Ну а Динамо будет, либо Сверсталь играть с ЦСКА. Узнаем в понедельник там в припаре. Все, 2-0 мы сегодня выиграли и заслужили победу. О, болельщики Акбарса, че? Ебальники свои такие корчатся. Просрал ваш Акбарс. А мы победили 2-0 заслуженно. В третьем периоде, правда, не было шайб заброшено, но моменты были. Жаль, третью шайбу не забросили. Квартальниц, болельщики Акбарса плачут, мы. Поплачьте, поплачьте, мы. Ага, дальше будет играть, не то. До следующего сезона. Слезы, нет. Ну, за интригу спасибо. А не то. Но Авангард идет дальше заслуженно. Вас. Что это там ртом своим кричит? Это что еще пока? А. С победой, амичи. Все, мы за я заканчиваю видео. С вами был Женек Суханов. Всем пока. Чемпионы мы Авангарда. Акбарс отдыхать. Все, всем пока.